Ребят, всем привет, с вами обзорщик. На моем канале вы найдете обзоры перспективных блокчейн-проектов, как уже действующих, так и только начинающих, а также обзоры криптовалютных бирж. Сегодня у нас новый проект, блокчейн-проект, это Deca Network. И когда вы только заходите на сайт, вы сразу вам открывается вот такая вот окошечко. Перейдя по этой ссылке, вы можете приобрести токены Deca.net, пока у них идет продажа. Ну, закрыв, здесь, конечно, открывается основной сайт. Deca.net — это децентрализованная платформа, которая будет работать в сфере экономики, и она хочет изменить и улучшить взаимоотношения между разработчиками и компаниями, в том числе изменить механизм оплаты труда, да, вы будете, собственно, получать деньги за то, что вы делаете, а не за часы, проведенные над работой. Ну и здесь будет много всего реализовано, об этом сейчас расскажу. Своей платформой они хотят решить проблемы рынка, которые, в принципе, назрели и требуют решения. Смотрите, как здесь можно принять участие на этой платформе. Либо вы продаете ваш код, да, который создаете. Также можно найти новую работу, либо поучаствовать в конкурсах и зарабатывать за это деньги. Смотрите, компании здесь могут проводить новые конкурсы для разработчиков, разрабатывать новые какие-то идеи, да, или нанимать талантливых разработчиков со всего мира. То есть здесь в Deca.net будет сеть, и можно будет собрать команду из различных человек. Здесь будут реализованы на платформе рейтинги, обзоры, а также история проектов, над которыми работали разработчики, да, и благодаря этому можно будет легко оценить, ну, подходит вам этот человек или не подходит для решения задачи, которую вы поставили. Собственно, можете вот команду собирать из различных фрилансеров, да, не обязательно нанимать отдельную команду. Вот. Ну и так как Deca.net располагается на блокчейне, то здесь платежи все будут автоматизированы, прозрачны и выполняться с помощью смарт-контрактов. То есть все будет, конечно, с этой точки зрения безопасно. Ну и на платформе новые проекты, которые отлично работают, да, они будут подниматься на самый верх, будут выходить в топ и тем самым будут создавать себе пассивный доход. Ну и все, конечно же, будет завязано на токене Deca.net, вот он будет DCO называться. Все участники сети могут участвовать в проектах, поддерживать сеть и получать доступ к различным ресурсам разработки. Представлена здесь дорожная карта, как видим, она в принципе на 1,5 года вот рассчитана, да, и сейчас вот 4 стадии уже пройдено, осталось 3. Ну о дорожной карте поговорим в отдельном видео, там есть что рассказать. Вот смотрите, один из адвайзеров, можно так, покровителей проекта, да, вот очень лестно высказывается о компании и говорит, что в будущем эта компания перевернет, можно сказать, рынок. Ну и вот здесь перечислены все возможности для разработчиков, что они могут делать, да, смотрите, легко могут, ну, продать свой код, можно так сказать, найти заявку на свое предложение, участвовать в конкурсах развития и зарабатывать токены за вклады. Для компаний также есть свои преимущества, это эксклюзивный доступ к кураторскому программному обеспечению и API, а также доступ к глобальной сети разработчиков. Можно зарегистрироваться вот здесь, либо если вы представляете компанию, если вы представляете разработчиков, да, то тоже можно вот зарегистрироваться, также почитать более подробно. Представлена у них здесь команда, смотрите, они все из Сан-Франциско, да, ну, многие разных национальностей, естественно, мультинациональная команда, вот, и это, в принципе, хорошо. О команде подробнее также расскажу в одном из следующих видео. Ну и вот, как видим, мы спонсоры проекта, да, это Boost VC и Collider. А также есть у них, смотрите, много партнеров. Вот, все они здесь представлены. Здесь есть и блокчейн-проекты, так и не блокчейн-проекты. Вот, и подписывайтесь на
новости и будете всегда в курсе этого проекта. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, обязательно вам отвечу. И если у вас есть какие-то вопросы об этом проекте, да, обязательно пишите в комментариях, вместе с вами разберем. С вами был обзорщик, всем добра!